Всем привет! Это моя коллекция «Находки на пляже», «Подарки моря», как я называю. Камешки прикольные, разной формы, расцветок. Вот. Самый таинственный этот камень, талисман. Он тяжелый, 200 грамм, пахнет железкой. Может, это метеорит. Что там внутри, я так и не разобралась. Но он принес мне удачу. Я нашла вот эти 5 рублей. С виду обычные, современные. Переворачиваешь, видите, 5 рублей. Переворачиваем. Поворот на 90 градусов. Это редкий брак. Я, во всяком случае, таких не видела раньше. Вот следующая находка. Думала, это вообще историческое что-то, бронзовое. Покрутила, вроде нет. Обычная какая-то заточка железная. Пригляделась. Нет, видно, вот герб. Потом у нас ребрышко, гурт называется, он тоже виден. Ну и, конечно, заточен. Кто изуродовал нашу монетку, не знаю. Я ее назвала криминальная заточка. Может, у человека не было под рукой ничего хорошего такого. Вот из этого решил сделать заточку. Может, на память. Тут даже год, наверное, можно разглядеть. Интересно. Но остальные монетки доказывают только то, что в Союзе, в СССР делались иногда неплохие вещи со знаком качества. Вот, например, эта монетка 1975 года в хорошем состоянии. Можно разглядеть все. Вот даже вот позвякивает, как монетка. Самое плачевное состояние это у рубля 90-х, 92-й год. Вот это из коллекции, а это подарки моря. Он, конечно, еще виден, что это рубль 92-го, но он вон сложился, прям бумажный. Ну, недаром называли рубли деревянные, точно, целлюлеза. Вот, но это вот копейка 2002 года, тоже далеко не ушла. Так что, друзья, всем здоровья, удачи и выглядеть на 100%. Лучше, чем эти копейки. Всем удачи!